Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет видео о котятах. Им сегодня ровно 3 недели, 21 день. Вот такие они смышленые уже стали. Вот можете увидеть сами. Уже пытаются вылезти из коробки. У Пушка это получилось. Рыське не дала это сделать мама. Рыся! Кис-кис-кис-кис. Рыська! Да, вот такая вот она замечательная. У них сейчас, как видите, водные процедуры. Умывает их мама. Вот он, Пушулька, Рыська. Вот, и с таким же успехом он залез в коробку. Отвлечемся от Рыськи и Пушка, покажу вам Машку. Она пытается посмотреть. Да, что это такое? Что? Что происходит? Маша, это камера. Они тут немножко натоптали своими лапками. Смотрите, какая она стала симпатичная. Вот они, ребятки маленькие, соскучились по маме. Они сегодня целый день без нее. Роль мамы выполняла Машка. К сожалению, камеры у меня не было с собой, я очень торопилась по делам. Заглянула сюда в баню к ним и обнаружила картину. Лежит Машка, свернутая клубочком, и они вокруг нее. Было очень здорово, но, к сожалению, заснять не получилось. Специально сбегала домой за камерой. Смотрите, застала вот такую картинку. Мишка с Пушком наперебой пытаются пососать у кошки сисю. В итоге Мишка выиграл. Но понятное дело, что я сейчас его выгоню, потому что малышей кормить надо. Этот уже здоровый такой детина. Ребяткам уже сегодня 22 дня. И, как видите, они уже свободно перемещаются. Все семейство в сборе, не хватает только Маши, которая сейчас гуляет на улице. Вылезли из коробки и все равно, смотрите, свое дело они туго знают. Мишке это не нравится. Как это так? Какая-то бяка. Такая вот картинка. Так что смотрите уже, какие смышленые ребятки. Мих залез в коробку. Мишка с мамой пьют воду. И малыши тут... Ой, залез прямо в миску. Залез прямо в миску, потому что еще не знает, как это можно из миски лакать. Бегают. Пушок тоже вылез. Мишка, не обижай. Мишка, игрулька, куда ты полез? Уже ходит, исследует пространство. Уже посмотрите, какие шустрики. Это на 23-й день жизни. Рыська. Так, а где наш Пушок? Пушок, киска, иди сюда. Так, вот он, наш Пушок. Рысь, иди тоже к маме. Иди, иди, иди сюда. Иди, иди. Посмотрите, какая классная. Надеюсь, посторонний шум вам мешать не будет. Там машинка стиральная у меня запущена. Ну уж очень мне захотелось снять их. Я как раз зашла и увидела, как они тут играются. Первый раз, наверное, за все время.
уже доросли до игр. Посмотрите. Уже все по-взрослому. Девочка какая сильная, мальчика повалила. Рыська. Рыська. Рыська, не обижай Пушка. Рыська. Пушулька. Пушулька. Да, да. Машка с Мишкой отдыхают. Сейчас я вам кое-что покажу. Погуляли с Дашей. Вот здесь вот на террасе, на холодной, оставили кусок мяса. Варим собаки. И вот Мишка его немножко разодрал. Вот видите? Вначале делал вид, что он здесь ни при чем. Ну вот. По итогу душа не выдержала. Он продолжает его доедать. Машка сидит на диванчике рядом и делает вид, что она ни при чем. И мясо ее не интересует. Покажу вам интересную картинку. В коробке мама-кошка и старший сын Мишка. И она его облизывает. Видите, приводит в порядок. Вот здесь вот Маша, старшая дочка. И не вижу кто, Рыська. Да. Машка с Рыськой сидят вне коробки. Машка занимается собой, Рыська непонимающе смотрит, что же происходит, почему мама облизывает Мишку, а не ее. Так, и вот здесь появился Пушок. Такая полная идиллия. Может, она думает, что она себя лижет. Посмотрите, она ногу так вверх забросила. А Мишка, знай своего, посмотрите. 4 с лишним месяца, а он пытается молочка пососать. Мишка, Миша. Не, он занят своим делом. Смотрите, действительно у нее сосет молоко. Вы когда-нибудь видели, чтобы котенок 4,5 месяца пил у кошки молоко? Обалдеть! Слышите, как мурчит? Боже мой! Причмокивает. Все равно ребенок. Никуда от этого не денешься. А кстати, вы знаете, несмотря на то, что уже котята взрослые и у кошки маленькие котят, она все равно продолжает приглядывать за вот этими вот ребятками, за Мишкой, за Машкой. И если вдруг они пытаются бежать на дорогу во время прогулки, она их оттуда прогоняет, ругается на них. Мать есть мать. Мне пришла Рысенька. Вот она голубоглазка. Хорошая. Вот она красавица. Машка. Посмотрите, стала симпатичная. Очень симпатичная. Такая милая кошечка. Машенька. Рыська качает права. А Машка Пушка облизывает. Такие интересные кадры. Ой, Блошек сейчас выкусит. Господи.
а Мишка продолжает кушать. Рыська забралась сюда, еще до кучи, посмотрите. Пушистая идиллия. Вот на такой трогательной ноте я с вами попрощаюсь. Обязательно еще увидимся на моем канале. Всем пока. Желаю вам удачи.